Продолжаем распаковку. Распаковка у нас последнего набора. Это набор для сотрудников МЧС. Вот такая синяя коробочка. На ней напечатано все содержимое. Открываем быстренько. Так, кстати говоря, здесь такая зип-застежка. Даже ножик нам не понадобится. Удобно. Вот так вот открыли. С двух сторон она работает. И сейчас она должна... Все, да. В зип-застежке очень удобно. Достаем. Коробочка. Так, как-то надо открыть, чтобы коробочку у нас не повредить. Немножко, честно говоря, не могу сообразить я, как открывать ее. Вот, видимо, вот так вот все-таки нужно. Вот, нет, не это. Не знаю, слушайте, придется порвать. Честно говоря, вот так вот кручу и не могу понять, выпал что-то. Ладно, давайте будем рвать. Потому что как она вот так вот она открывается. Ну ладно, поехали. Смотрим. Галет. 6 штук. Пшеничные галеты. Галет больше всего, чем в наборах, которые открыли до этого. Сейчас галеты рассредоточим. Раскладываем на 3 приема пищи. Мясо с фасолью и овощами. Хороший завтрак у нас будет. Дальше каша гречневая с говядиной. Допустим, обед. Говядина тушеная, высший сорт. Здорово. Допустим, на ужин. Добавляем галеты, галеты, галеты. По 2 пачки галет на завтрак, обед и ужин. Что у нас дальше? Фарш колбасный любительский. Это будет на обед очень хорошо. Сыр плавленый, консервированный, стерилизованный. На обед будем бутерброды мазать. Шоколадка армейская, общевойсковая. На обед ее. Дальше напиток у нас. Персик. Давайте... На завтрак, на ужин один напиток оставим. Что у нас еще? Икра из овощей любительская. Круто. На ужин ее оставим. Смотрим, что у нас дальше. Повидло яблочное. Ну, на ужин будет хорошо. Жевательная резинка 10 штук. Отлично. Салфетки. 3 салфетки. У нас, допустим, так, вижу я пока 3 салфетки, да, всего 3 салфетки. Далее у нас идет сливки. Сливки, раз, 4 сливок. Ну, допустим, на утро у нас парочка сливок и парочка сливок на обед. Это у нас что? Соус томатный острый. Давайте его оставим на обед. Чай. У нас идет на ужин, на обед, кофе на утро, 3 сахара. У нас 3 сахара, вот так вот, на ужин, на обед, на завтрак. Сухое горючее, салфетки. Так, ага, сахара у нас 4. Давайте в обед сахара побольше. Что у нас осталось? Еще у нас осталось одно кофе. В принципе, можно в обед тоже кофе выпить. И у нас соль, перец, 3 ложки и ножик. Все, ребята, обеззараживателя воды тоже я не увидел. Ну, давайте быстренько пробежимся сейчас. То есть вот так вот салфеточки поделим на все. Пробежимся по 3 приемам пищи. Начинаем с завтрака. На завтрак мы съели мясо с фасолью, с овощами, 2 пачки галет. На галеты мы намазали плавленый сыр, намазали на галеты, кофе у нас и 2 пачки сливок, сахар. Потом еще у нас идет персиковый напиток. Это у нас такой завтрак. Все, вытерли руки салфеткой. Неплохо. Далее обед. Смотрим, что у нас на обед. На обед мы съели кашу гречневую с говядиной. Потом еще намазали фарш колбасный на галеты.
крутые бутерброды должны получиться. Далее попили чаю, попили кофе. Это все можно с бутербродами. Сахар у нас для кофе, сахар у нас для чая. Сливки у нас для кофе, для чая. Съели шоколадку. А еще, кстати говоря, когда ели, первое блюдо, все это соусом томатным. И потом жевательную резинку взяли, 10 жевательных резинок. Хороший обед, прям достойный обед. И на ужин у нас вообще замечательно идет чистая говядина высшего сорта, тушеная говядина. Крутяк. Галет 2 пачки. На галеты 2 пачки мы намазываем икру из овощей любительскую. Запиваем все чаем, запиваем все напитком персиковым. Повидло яблочное мажем на галеты. У нас сахар у нас для чая. Соль, перец по вкусу и все вытерли салфеткой. Ну, неплохо, неплохо, прям это самое достойно. Все, ребята, всем приятного аппетита, всем хорошей охоты, хорошей рыбалки, отличного отдыха.